Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас в студии ноутбук от компании Acer Aspire V15. Давайте откроем коробку и посмотрим, что лежит внутри. Сразу же в коробке нас встречает инструкция по первому запуску. Далее мы видим зарядное устройство. Сетевой кабель. А также аккумулятор. Под ноутбуком скрывается несколько бумажек, в одной из которых спрятаны драйвера. Ну и, собственно, сам ноутбук. Давайте достанем наш ноутбук из защитного пакета. Первое, что мы видим, это очень красивый матовый пластик серебристого цвета. Давайте рассмотрим элементы управления. На нижней крышке с переднего торца можно заметить выход под SD-карточку, а также лампочки индикатора. С левой стороны можно увидеть выход VGA, сетевой, HDMI, USB 3.0, а также гнездо для гарнитуры. А справа и пару USB выходов, DVD-ROM, а также гнездо для питания. Ход кнопок мягкий. Пластик, из которого состоит ноутбук, очень приятный на ощупь. Сборка очень добротная, никаких люфтов не наблюдается. Ноутбук работает на базе процессора Intel Core i5-5200U. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ. Также стоит добавить, что ноутбук поддерживает функцию Dolby Home Theater. Мощности данного ноутбука хватит с лихвой, чтобы работать с комфортом, а также отдыхать, играя в различные игрушки. Подписывайтесь на наш канал, а также на наши официальные страницы, ставьте лайки и, конечно же, обходитесь без лишних трат. До новых встреч!